Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у нас книжечка от издательства Умки. Маленькая пони, Little Pony. Называется «Волшебный бал». Так, слушай песню. Ага, идет с расческой. Всегда так. Посмотрим, что у нас есть в этой книжечке. Так, берем расчесочку. Включаем. Взмахнуть надо. Взмахиваешь и сразу же переключается на другую мелодию. Значит, от взмаха. От взмаха она у нас начинает петь. То есть интересная. Интересная книжечка с расчесочкой. Самое главное, веселая. Так что вот такой вот обзорчик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте комментировать. До свидания.